Так. Я надеюсь, друзья, вы смотрите это прохождение. И перед этим не поели. В общем. Натощак надо смотреть, кстати говоря, на шприц. Использовать. Да там даже еще один можно использовать шприц, в принципе. Ага, нельзя, да? Ну ладно. Ё, а чё он трясётся? Ой, ха. Так. Ну, дверь не открывается, значит... Видимо, механизм нужно включить, потому что... Заметьте, никакие шестеренки, ничего этого не работает. Так, вот там у нас... Чувачок, да? Смотри, сейчас я надеюсь, он уйдет, да? Ну, туда куда-то пошел. Топ палит. Ладно, сейчас он выйдет, мы его жахнем. Офигеть, 15 спичек у нас. Чуваки, будем качать множитель урона, я понял. Объем нам не важен, нам не дают столько такое количество патронов, чтобы у нас было маленькое... Чтобы нам не хватало их просто брать, у нас просто нету такого объема. Если только на дробовик. Офигеть, на дробовик сколько? 17! Да вы гоните! Офигеть. Так, ну что, он там собирается идти, нет? Если нет, то... Там что-то он... Ладно, сдолбал мне все. Твою-то дивизию. Так, не взрывайся, ловушка, пожалуйста. Нет, блин, ну я же поджег. Блях, муха! Как же долбали эти скоты, а? Ловушка обезвредить. Что тут еще подобрать? Что? Почему он не загорается-то, блин? Тварь, как же ты меня... Офигенно, патроны закончились. Так, шприц берем. Колебали, честно. Так, ладно. Тут ловушка у нас. Надеюсь, патрончиков-то нам дадите. Так. Нормально, что дают, я хочу сказать. По 500-ки даже. Сдолбали меня бутылки немного, но... В принципе, они полезные достаточно. Ну, как я и говорил, там какой-то, видимо, аккумулятор, да? Так, ну что у нас здесь? Так, там патроны. Или спички. Спички, наверное, да. Спички.
Ну-ка здесь. Опа, очки, растяжечка. Да не дадут, наверное, за... А, дали, смотрите, единичку. Ну ладно. Да ёп. Ничего не дали, да? Вроде поджог. Такая чё? Гранаты. Гранаты максимум. Ну это не может не радовать. Что гранатка-то у нас максимум. Так, а чё это за место, кстати? Я здесь, походу, не был, да? Ну ладно, давайте тогда вернемся. А, мы здесь, в принципе, это и были, походу. Забыл. Сейчас только вот это возьмем. Нормально. 30 уже. Смастерим детальки. А, не, мы не будем мастерить, мы будем их пока что просто... Мы будем просто их искать, подбирать. Когда уже совсем крайний случай там будет, да, то, естественно, нам придется их... их подбирать. Ну, что такое, какой-то цвет все поменялся какой-то. Уродский стал, вот так. Более или менее. Так. Здесь нельзя. Ладно. Надеюсь. Так, а там вот я видел... банка была. Как туда добраться-то? Здесь, видимо, никак, да? Ну, этому потом нам дадут туда добраться. Видимо, пойдем когда-то да в ту сторону. Ё-моё, посмотрите, какие тут механизмы, а. Так, что у нас по арбалету? Три. Так, сейчас мы перезарядим, надо бы. А, подождите, а у нас... Смотрите-ка, электроболт. Штуки. А, ну он перезаряжен. Так. Пока не будем ничего делать. Чё там за звуки, а? Пытаетесь меня напугать? Да хрен вам. Шестерка тут. Тут нет, она снайперской. О, она перезарядить. Слушайте, у нас, в принципе, все достаточно круто. Я так посмотрел, то есть у нас пистолет есть. О, пистолет единственный нету, но... Он только для отстрела таких... маленьких зомбарей. Так что, в принципе, против здоровяков мы и будем использовать. О, а вот и пистолетик подоспел. Ну, хоть пятачок есть. Так, а я там все собрал-то? Да ладно, все, наверное. По-любому еще аккумулятор вставим, все тут заработает. Так, ну вроде здесь все. Контрольная точка. Ну, это круто. Бутылок до хрена просто. Детальку даже не дали, вообще уже. Офигеть, что тут можно сделать? Мне показалось. Не, мне не показалось. Чуть определенно что-то можно было здесь. Пробел, что ли? Хм. Блин, что сделать-то можно, не понимаю. Подождите-ка. А, все, понял, аккумулятор. Так, ну ладно, давай. Обратили внимание, там, по-моему, дверь была какая-то, которая раньше была... Сейчас, раньше можно было туда войти, а сейчас, по-моему, там шесть эти штуки загорелись, заработали. Приперлись, блин.
Да ёп! Какого хера? Да я аж стрельнул, вы сами видели. Что ж за херь-то? Сдохли, нет? Да, сдохли. Чё-то неудачно как-то с ними получается. Походу, надо бутылку эту выбросить нахрен. Кстати, давайте шприц используем сразу. Да, в принципе, бутылка, ладно, не будем. Так, все-таки что-то тут можно еще подобрать. Или нет? Что-то тут использовать можно было. Бутылка, наверное. Зомбари-то до хрена будет, мне кажется. Твою дивизию, какого хрена это было? Я почему-то... Ой, мой персонаж побежал туда, непонятно по какой причине. Так.